Военнослужащие Полоцкого пограничного отряда изо дня в день заступают на службу. 270 километров белорусской границы под их контролем. Свою работу они выполняют на высшем уровне, за что по итогам 2023 года погранотряд признан лучшим в стране. За прошедший год пограничники задержали более 200 нарушителей законодательства государственной границы. В 27 случаях пресечены попытки незаконного перемещения товаров и материальных ценностей. Выявлено 9 единиц оружия. Уже более 500 боеприпасов. Только с начала года на участок ответственности нашего пограничного отряда, а это 270 километров от российской и белорусско-литовской границы, нами в 14 случаях выявлено товарно-материальных ценностей на общую сумму более 12 тысяч белорусских рублей. Задержано более 170 нарушителей законодательства государственной границы, из них 61 пытались нарушить государственную границу, однако эти умыслы не были доведены до конца. В эти последние сентябрьские дни военнослужащие Полоцкого пограничного отряда отмечают 32-ю годовщину со дня образования формирования. Дата, казалось бы, в масштабах истории лишь мгновение, но, по сути, все эти годы воины в зеленых фуражках обеспечивают мирную и спокойную жизнь на нашей земле и будут продолжать делать это в любых обстоятельствах. Во все времена и исторические эпохи стражи границы Отечества отличали особые качества и, прежде всего, смелость и стойкость. Пограничники первыми принимали удар агрессора, бесстрашно вели бой, с превосходящими силами врага сражались за Родину до последней капли крови. Сегодня в условиях непростой военно-политической обстановки, когда вокруг нашей страны происходит наращивание военного присутствия стран блока НАТО и продолжающийся миграционный кризис, пограничники Полоцкого пограничного отряда достойно выполняют поставленные задачи, продолжая традиции предшествующих поколений, в основе которых лежат самоотверженное служение отчизне, патриотизм и преданность родной земле. Военнослужащие, не считая со временем и высокими служебными нагрузками, находятся в готовности к ответу на своевременные риски и вызовы пограничной безопасности нашему государству и делают все необходимое для решения поставленных задач. Важно, личный состав Полоцкого пограничного отряда занимается не только своими прямыми обязанностями по охране государственной границы. Военнослужащие активно участвуют в жизни региона, взаимодействуют с добровольными дружинами, помогают аграриям на уборке урожая, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. Всяческое взаимодействие с погранотрядом властей города Новополоцка, да и не только властей, ведь на базе пограничного отряда проходят сборы наших военно-патриотического класса. Ребята с проблемным поведением тоже проходят там сборы. Мы всегда активно участвуем в мероприятиях и погранотряд города, и город активно участвует и во время принятия присяги пограничниками, которые призваны войска. Поэтому есть даже погранзастава Новополоцкая, где в основном тоже служат наши ребята из города Новополоцка. Поэтому, конечно, такое очень приятное событие, а учитывая сейчас и достаточно сложную международную обстановку, конечно, это очень важная и почетная служба будет пограничником, защищать территориальную целостность нашей страны. Множество слов признательности, череда поздравлений, наград и концертная программа. Все это было адресовано каждому военнослужащему пограничного отряда за нелегкую и ответственную службу по обеспечению мира и спокойствия на белорусской земле. Граница, граница, отчизны частица, кусочек земли на пороге страны. Елизавета Борбат, Ангелина Лазовская, Сергей Пальцев и Максим Корольков. Телеканал «Звезда».